Добрый день, получил очередную посылку из магазина Spinning Line, и распаковкой которой сейчас я предлагаю вам со мной заняться. Ну, приходит на ум вот такое выражение: чем отличается нормальный человек от рыболова? Нормальный человек в выходной день встает позже, чем обычно, а рыболов раньше. Ну, это просто к слову. Итак, посылка, я ее уберу и достану. Сейчас мы посмотрим, что пришло. В посылке мандулы. Готовлюсь к сезону холодной воды. Как я выбираю мандулы? Ну вот у меня стакан воды. И вот одна у меня тут завалялась мандула от компании Lex. Lex Premium Classic в 115 размере. Ну, известно, что европейцы кланяются, они вообще не кланяются, или наклоном головы. Японцы кланяются до середины тело, чуть-чуть сгибая тело под углом 45 градусов. Ну, русские кланялись всегда в пол, в землю. Так вот, мандула должна кланяться, как европеец. Либо вообще никак, либо наклоном головы. Сейчас попытаюсь я положить груз. Вот так. Видите? Наклон головы. То есть на паузе, мандула должна сориентирована вертикально. Вот как это Lex Classic. Наклон по-японски и тем более по-русски в пол для мандулы это плохо. Поэтому я выбрал для себя вот эти мандулы от компании Lex. И закупил их изрядное количество к следующему рыболовному сезону в компании Spinning Line. Разных цветов. Это у нас Билайн. В 115-м, не сказал, и в 100-м размере немножко. Как бы я купил все цвета, практически все цвета вот этой компании. Вот Билайн очень популярный, российский флаг. Дело в том, что у нас очень мало рыбы, и поймать ее крайне проблематично. И в приоритете, да, цвета Билайн или вот такой вот цвет, красно-желто-черный. Но иной раз приходится перебирать практически 20 и более цветов, чтобы поймать рыбу. И поэтому, кроме вот таких вот топовых цветов, я имею много разных, которые иногда просто выстреливают, и все, не знаю почему. Вот, например, черный. Бывает, он выстреливает, а почему, я не понимаю. Ну, просто черный, одноцветный, или, например, просто зеленый. Вот. Поэтому как-то приходится подбирать. Или вот в прошлом году стрельнул цвет фиолетово-черный. Ну, мне как один подписчик пишет, что ты, мол, на своей реке, на плотинке ловишь приманок много разных, а ловишь всякую мелочь. Я вот острогой бью по 10 килограмм щук в сезон холодной воды. Я ему хотелось ответить, ты еще 10 лет 5 побьешь острогой щук, и потом будешь ловить мелочь, как я, а может и вообще ничего. Поэтому вот, приходится выбирать, вот такой цвет тоже иногда стреляет, зелено-черный. Приходится вот это все перебирать, переставлять. И, возможно, что-то мы поймаем. Вот этот цвет очень интересный мне показался в прошлом сезоне холодной воды. Ну, почему докупаешь? Потому что все знают, рыболовы, что мандулы долго не живут. Особенно в закоряженных городских водоемах. И их приходится терять и покупать новые. Дабы они стоят, ну, недорого. Особенно с учетом скидок, которые предлагает нам Spinning Line. Вот я получил по акции, была скидка, вот сотые размеры, видите. И еще акция только закончилась, а я уже получил свою посылочку. Ну, тот цвет, который в приоритете видно, да, их больше всего у меня. Но вот эти, такие вот вещи бывают прям таки, ну, ты сразу понимаешь, что именно на нее идут поклевки, а вот, например, не на это. Поэтому я предпочитаю все-таки иметь все или почти все. Некоторые по две вот беру.
некоторые даже по 3, по 4. Вот этот цвет хорош. Главное, чтобы она играла хорошо, то есть вот становилась вертикально на паузе, и все будет ок с этими приманками. Их знают все. Поэтому вот такая получилась распаковка. Желаю всем удачи, или лучше сказать, ни хвоста, ни чешуи. Спасибо всем, кто посмотрел. Отдельное спасибо коллективу магазина Spinning Line. До свидания.